Тирамису. Нужно достроить пати. Вообще. Бери. О. Ну, два слота. Вот, по вот факту у нас, если еще там два человека бы, три, вернее, зашли, это Настя. Настя, да, комедиант, Фудсен. У нас как бы народу-то еще хватает. 250 плюс. Ну, они все. Просто еще не все зашли. Но их сегодня, скорее всего, не будет. Ну что, я тогда предлагаю сейчас, на данный момент, прям никого не ждать, не сидеть, а сумониться, локо сумонить. Можно лететь, да? И херачить. Ленка, кстати, с понедельника начнет, зайдет, потому что праздники-то все. Ну я понял, ничего страшного. Конечно, ничего страшного, слышишь еще. Что ты? Так же, как и все, по попе получать. Ой, блядь. Хочу видеть. Она сама мне предлагала. Дать ей по попе? Да. Ты же знаешь, она любит эту коровку. Вот этот хан нового отца. Брать его, не брать, не знаю. Кого? Он 5 ката, 236. Какого? Ну вон, есть пати куда-нибудь написал в гильдию. Ну это так, бери. Ну все, один слот. Надо уже это. Все, лог здесь. Один пошли слот вниз. Фудсон. Один да. Слот мы оставляем. Угу. Ну все, можно херачить трэш, добить босса. Побыстрее все дело. Сейчас монет 30 сек. Сейчас лог уже здесь. Мы забегаем в инс и начинаем всех сумонить. Танки, я так думаю, кексик. Тыгным, я не знаю, кто еще. Так, я прикнул. Какой-то ровный нужен. Все, давай смотрим, короче. Да, возьмите, пожалуйста, нормального танка, то ну нахер, я, блядь, бью. Чиниться, дорога. Иди кури уже. Так, я потихоньку лечу, короче, и пойду быстренько перекурить. А мы присумоним, мы уже шкаф поставили в инсте. Давайте я засумоню, иди кури. Ну практически гирейт. Это не практически, это гирейт уже. Привет, ребята. Итью из наших же, разве нет? А нет, Итью наш. Извиняюсь. Да, полностью наш рейд. Куда собираете? Мы только зельды берем. Ты куда собираем? Да, да. Скатки, обычки. Чудовищ? Да-да-да. Ага, ребят, подождете, да? Вы еще собираете же, я этот, кару добурю. Давай, ливай из кары. Не, мы же не серьезно. Будем, мы будем бить сразу боссов. У нас один слот. Не те времена, чтобы сидеть в инстах и чтобы вас... Сейчас пока тебя будем ждать, кто-то уйдет. А место есть? Один слот. Если кто-то еще присунет, наверное, кого-то придется взять. Не, ну конечно зарезервирован, я не знаю, сколько тебе там в каре сидеть. Сколько ты там собираешься? Мы сейчас на тень Арана. Вот к нему. Ой-ой-ой. Это долго. Покинуть группу. Через одну минуту. Не, нахуй, сейчас камнем. Все, давайте пати. Сумонь. Плюсы не в гильдию. Так. Бакапор Фузен, берите его. Раздам прото всем. Там ДЦшник есть, можешь не париться, всем не давай. Значит, ты... Кто там? Давай, пати. Сабините. Суслятинки скажешь, кулаки. Ты тогда каски давай, а кресты холипалы пораздают. Юля, ты тут? Да, я тут. Если вдруг. Если. Да, слышно. Если вдруг я начну рыгать, или меня будет не слышно, то кричите все, воет, удаляй. Просто кричите в РК. Воет, удаляй дискорд. Ебаная программа, заебала, блядь. Кричите в РК, короче. Кричите так, чтобы у меня просто ком взорвался. Блять, я не знаю, меня так пукан. Дай пойти, ханту. А ты куда-то загружался там, игрок не найден, а ну, сейчас найден. Вот это нужен свиток скинуть?
Скидывай. Да, нафиг не нужен. Не для нужен? Коллекции. Скидывай, для коллекции будет. Кузня Юга. Да у меня он есть уже. Я не знаю, мне есть. Блядь, Тим проснулся. Давайте с танками разберемся. Кто может, у кого танк хороший, 250-260 плюс. Плюс синьте в рейд, там накурено, кто-то из вас, по-моему, у кого-то есть. Нет, получается, вот ваша пати, DJ Кексик, Дгмит, блин, не знаю, как читать, ник паладин. Лимон, короче, говори. Мне нужен. А чё? А чё за фигня, извините, перебью, я мульту могу убить. Кого? Мульту могу убить. А, это гоблины, это гоблины, это гоблины. А-а-а, он красным просто спрятался. Смотри, на курино, тирамису, у кого из вас там есть танк? У кого-то есть, по-моему. Три танка хватит же. Ну... Да? Просто на курино нет, и тирамису есть. У тирамису есть танк, он, если что, может танкануть на корабле. О, у кексика тоже есть танк. Ребят, на 100 кексик. Есть у кого? Кексик это у нас априори танк. Бэнка. Ну вот, значит, тирамису, дегдым пусть будет. Дегдым он слабенький, там 230. Тирамису и с кексиком, они два как бы основных наших танков. Так, ребят, просьба. Сегодня у нас Рели твой дефендер, прошу любить и жаловать. Давайте будем его слушать, адекватными будем. Срач в гильдии не разводим, идем чисто гильдией. Ролим для начала на мейн спек. Подтягиваем общий там левел, а затем там уже на успек, кому, если что-то там никому не нужно. Спасибо за внимание. А если нет, надо на этот, на медведя что делать? Ну, роль на медведя, но говорю, что там кто одетый, там, да, и если там вам ничего не надо, ну, просьба, не рольте просто так. Если ролить на медведя, то тогда... Не О, шамана нет, реально. Нет, шамана, ничего страшного, бьем без шамана. Давайте бьем, не будем стоять и смотреть на трэш. Давайте вперед. Есть шаман. Если ролим на друида, то... Только он на вере. А мы чисто гильдии дойдем? Да. О, круто. Пал, Холи Пал, если ты слышишь в дискорде, пожалуйста, не прибивай мне джаб. Ладно, надо быть все равно одетым. Я вот всегда про джагу хотел поинтересоваться. А что ли, она зависит от СПД? Да. Нет. От СПД. Нет, смотри. Я в любом случае буду хилить Мелизону сильнее. Ну, смысл перебивать красный ПТС. А где Мелькор? Так чем ты её джаг не знаю. Я его погоню вижу. Она получает только хпс, больше ничем не мешает, да? Просто джагой вы можете на разных кидать, да и все, мобов. Да, но когда босс один, я попросила его на босса не кидать. Ну нет, он кинет себе. Ой, да не слышно опять. Удаляй ёбаный дискорд. Если тебя 2 минуты не слышно, пиздец тебе. Так, ну скажите мне, значит... Так, а меня слышно? Да, слышно. Значит, медведь танчит вот этого высокого самого гуся, да, с черепком. Первого мы заливаем... Одного? А хуй знает, может еще двоих крайних зацепить. Он троих слева держит, да. Смотри. Кто у нас? Дгым возьмет у нас мага, а Тимыч возьмет... Ой, этот... Тирамису тортик возьмет у нас квадратик. Лок. И все. Да, да. Весь рейд сначала убивает квадратик лока, потом крестик мага, а потом... Два танка, которые не держат черепок, будут забирать по одному мобу вот этих вот оставшихся треугольника ромби. И будем их заливать. Потом в конце будем черепок убивать. Все все знают, да, я думаю. Баф у всех есть, да. Чек на пуль. А вот эти уфнутые люди, они зайдут? Нет, мы сейчас... Да, сейчас подожди секунду. Тирамису по-любому ждем. Он сейчас должен зайти в артилу, я сейчас напишу. Будет мах квадратик. Так, где держать? Крестик, мать. Нет, нет. Крестик, где держать его? Справа. Справа, вот здесь вот. Опять ребят, есть у кого-нибудь настой? Есть. Ярость. С собой. Дайте. Вот, прыгаю. Так, а Настя здесь? Какая-то здесь.
Какая-то здесь. Нет, который с нами вчера ходил за этим. Не прыгай, он тебе не поможет. Я хотел просто ей этот посох показать, то, что я трасму сделал. Доказательство. Так, сейчас я этому Варкеву написал. А их суммонить надо будет, я так понимаю, да? Ну, будет? Да. На блок есть шкаф поставить. Да подождите, со мной еще пока не все. А можете мне так проинформировать вообще? Какие-то опасности тут есть, вайпы или что на этом боссе? Ну-ка, вихрю. Здесь нет. И вообще нет. Нельзя. Да, к королю единственное, когда крутится король, к милики отходят от него, чтобы не получать его едамаг. 2 минуты АФК успею, ребят? Извините, успеешь. Перебиваю. Успеешь. Сейчас пока у нас 2 человека. Смага, щит здесь, пойдите. Диспелю. Первого кого заливаем? Лока? Угу, квадрат. Окей. Не знаю, мага, без разницы. Ну, лучше квадрат, потом квестик, потом мастерник. Ну ни хрена себе, мне шах разрешение дал по ДПС. Ну ладно. Ну а чё там, агрул там по сути чё, вот он кидает этот пак, да, там словить рейдж. Да, ну смотри, в принципе, Дгым Тытыныч, ты можешь, блять, я произнес, видел? Можешь, короче, крестик подводить к локу, то есть, в принципе, их вместе там держать, просто огромный себе держи его, и хавоешкой залью, да, угу, классно будет. ДПС будет, по-моему. Ой, ну что там? Дети, ребята наши. Сейчас спрошу. Блять, я убью этого Денчика. Если еще дольше не будет, тогда берем кого-то, вон, еще Ким есть. Ну да, стал бэком, потупил что-то этот. Вар и так был баром, а теперь еще и бар. Варбуик, да? О, зашел. А ты можешь не успеешь? Варкил зашел, а нам тирамису нужен, чтобы танк был. Куда он делся? Ну на этого босса ты можешь, на Курина. На Курина, может, да? На Курина ты можешь? Где он? На Курина, слышишь? Он ретрики холик, у него нет танка. На Курина нету. Второй хил. У кого? Дайте шкаф, он барсум он просит. Так, что там у нас тирамису? Что-то непонятно. Не, ну я знаю, есть у нас один такой танк здесь. Но он не подпишется, наверное. Ну, значит, Денчиков танка и пусть танкует. Да, у нас ханты есть, у нас, в принципе, Бим выдержит. А кто такой Денчик? Варкил. Варкил. А, ну пускай. Варкил, что у тебя там в танке? Итан левел. Нормально, он CLK 25. А, я помню, 250. Он нормальный танк, просто он лодырь, и все. Давай, Варкилыч. Я там послабее? Не, я конечно могу, но что-то я это самое. Тут кто-то другой релит, я тогда потанчу там целка, еще что-то. Ну давай тогда чек на пул, Варкил, принимай, спекайся в танка. Начнем. А то мы долго стоять, это не дело. И еще что? Все, я тут. Удаляй ебаный дискорд. Нет,
шмот у него охеренный, вот, ну этот зов берсерка, вот этот, блять, воля героическая, ну пиздец, прям. Ну, да. Кирпичи, когда начинаем? Давайте, принимаем. Фу, паладиновский сет. Угу. Готовность. Варкил будет спекаться или чё он? Уже спекнулся. Ага. Так, пламя, варкил, принимайте готовность, пожалуйста. Какого боя себе дали сделать, если с гид только танком хожу? Ну, скоро я приоденусь и будешь ты дэшить, миллион ДПС выдавать. Пламя, ты тут давайте танки пуляйте, короче. Все квадрат херачим. Напуливаем три ханта на варкила. Он завис, блядь. Ты гдым, подбеги с... Нормально. Нормально бьет. Короче, бьем этого гуся, он сейчас упадет. Заливаем. Он не бежит. На месте стоит, смотри, какой у него класс. Ну вот началось, вот бой начался. Ну, нормально, нормально. Конечно, говорит. Нормально. Это нормально было, когда я дискорд разворачивал окно. А, то ты во время боя разворачиваешь? Ну да, блядь. Не, я не знаю, Вовчик, это не вариант вообще. Вот бой да, начался, сразу начался. Нормально, я скажу тебе честно. Раз были. Так, варкил, трусы тяни. Варкил, трусы подтягивай. Я тебе лути раскину, ты говори, если что. А то так... Что-то он подтягивает только себе трусы, блядь. Да, он залагал снова. Лимон, давай, трусы. Или вот, все, давай, нормально, вот этого бьем. Давай потом. Я у него, кстати, снял, он за... Все нормально. Нет, ну, нет, хватило игра. На пульте, пожалуйста, на паладина. Ну что, я две недели, а? Просто две недели. И пору, все. Нет, нет. Я на расслабоне. Не готовится. Что, есть еще какая-то тактика? Да никакой тут тактики нет. Не умирайте. Манекены, какая тут тактика? Просто бейте. На гере, да, тактика есть. И то такая себе. Что активируется? Да хера ты сейчас. Сейчас мирики не подходим. Так, я могу сам. Роги без арт, кидайте их. Я тебе дал разрешение по ДПСить бомбу. Пользуйся возможностью, все брать жизнь. Что-то летит, что-то такое летит. Это Т4. Кунду вспомнил, да? Да-да-да, я вижу, летит от кинефобия, там все дела. Да ладно, так Милькорто умер и сидел. Чё она так долго летит? Вообще. Ну не знаю. Милькорто даже вообще у меня в этом воне не было. Тётя, не БРик, надо сдать? Не надо БРик, отошли Милькорто. 5 миликов со самой реакцией. Ну, в принципе, убили. Не, ну это реально жопа, короче. Ну, вот в игре, когда, типа, свернут этот дискорд, лагает. А вот я сейчас разворачиваю дискорд и без лагов говорю, типа, ну я вижу, что я нормально говорю. Короче, на тебе лутер там. Молот на ару ролим. А, сразу, что ли? Да, ну что, идем к гильдии. Согласитесь. Тоха, роли, молот, буда, пушка. Реально гильдия собралась? Да. Ну да, согласитесь, что приятно, да, когда фул гильдия, никакого чата. Я что-то просто сейчас это... Ошарашен был немножко, честно. На мейн собирайте. Да, я там на офф роли сразу пишу перед ролом, если что это. А, это кто? Это Дюн ты, да? Это Дюн роли. На что этот молот не ролишь? Не ролишь.
На паровую гейм выиграл, я так понимаю, на танка не ролит, ему чисто на танк. Не, да? Почему? Я ролю на танк-то, я написал. Если никому не нужно, я... Он есть Сабири. Он есть Твинси, который, видимо, пала. Так что, смотри. Сабири ты выиграл дальше. Классик. На дух. Христы. Лок. Мистер, друг, демон. Демоны. Если только на офспек. Шолдерсу. Так. Т4. Вар приз друид. А это что у нас упало? Т4. Вар приз друид. Нет, я понял. Плечо. Линкуй три. Сабенный давай. Мини Сабен давай, она медведя рулит. Пошел ты. Так, про медведя уже говорили. Сначала медведь рулит. Видекс выиграл. ГЦ. Ребят, честный ролл гильдии. Все да нормально. Нет, в смысле, не то, что все в шутку просто. Никого не хочу обижать. Как бы договор был договор. Нет, в смысле, наоборот. Паролили все. Мне же приятно, нифига себе, я думаю, не даже заберем. Если бы Твинси выиграла, конечно, молот на ару, я бы отдал с радостью. Потому что я знаю, что я на паладина здесь нахуй ничего. На холика. Ну так-то вару, которому отдали Т4, это был последний Т4, у него 2 Т4, 2 Т10. Ну, все. Ну, знаешь, это как Мишка, блядь, ему тоже надо 4 Т4 и 4 Т10. Ну да. Поехали. А, да? Окей. Ну да. Не. Фури уже 2 Т4. Не, 4 Т4. О, ну Денечка спроси. Я тоже сначала не пойму, хера мне это все надо. Только друид собирать. Вот он. Так, прибавьте, пожалуйста, ДК. Манула. Да, там еще кто-то умирал. Трак, по-моему. Нет, только ты умирал. Нет. Шолдерс умирал. Сейчас расскажу тактику. Дгым, ты второй? А он удержит Фек второй. Первый, да. Ой, нагрели. Нормально. Молодец. Ставишь посередине, рейндж 10 набрали. Дгым, ты должен быть второй по агро. Напульте, пожалуйста, в дыма. В паладина, в прото. Стоять где? В центре. Когда будет разбрасывание, ребят, рейндж кучкой. Форус мне... Комнату, зашибись. Сальвон, ликору дай. На когру надо. Не, на ханте же, а... Ханты, на пульте, пожалуйста, в прото-паладина. Разошлись, рейндж 10 набрали. Танки стоят на месте. Просили для рейд. Отдали босты свои. Бусты, ты чё, сдурел? Сам был хороший. Вот. Так, протопал, ты можешь прям агробилки свои прожимать. Бом, босс. Не страшно. Прям лужу кидай, агробилки, таунты прожимай. Сталиву по Меркору дайте. Меркор на втором месте вышел. Ты уже Мишкой тянет. Можно Мишку дать. Я, блядь, ты Павла поймать не... Мишка и так. Мишка и... Нужно на второй танк. Да, чтобы не убило Меркора, понимаешь? Сейчас по Меркору будет херачить по 30к. Пул дайте, пожалуйста, в прото Павла. Просто каплю на него даст на Мелькора. Я салют на скиме. Че, может, я стопусь лучше отойду от него?
Давай, слушай. Да, было бы неплохо. К ней надо было бухнуть его. Отдал, салют. Это три ханта, один ролл. Фуцин второй. А Фуцин, походу, постоянно почему-то. Рейндж набрали. Вот, стойте, напуливайте, где мать. Дайте ману. Стоял и убили на ману. Там какая-то фаза будет? Ты чё? Да нету уж. Гуэлю каплю отдал. Понял. Ну танк он походу вообще не набрал. На пол, чё? Это ты? Прибыл в этот момент. Нормально. Вот. Скорость. Ладно. В мелизоне штукатурка, аккуратненько. Что в штукатурке не хильди их. Рейндж набрали. А если на тебе сало не откидывает? Да? А. Теперь... Зуба, ролл. Поставьте лучше что-нибудь пока. Ура, наконец-то, но! Смотрите, пока ролл происходит, кому ролл не нужен, быстренько в портал прыгаем и летим к этому мага-3 дому. Да нет портала, у нас только один маг. А, нет, да. Вова, портал. Поставил, Вов, поставь портал. Ну, сейчас он тогда раздаст уже и поставит. Так, сейчас, подожди. Куда летим дальше? Вы или куда надо? Далоран камни принесли. Доставлю портал в шатрат. Шатрат, из шатрата. С Далорана лететь быстрее. Ну, с этого, с Агримара лететь быстрее. Да вот еще 30 минут. Да без разницы, хоть шатрата, хоть с Агримара. Кольчужные ручки. Хант, шаман. Да идем в воде, так прослушал что-то. Мактеридон. Магик. Я не знаю. Ты что, Мактеридон? Через самолет. Магик. 3-4, хан, ДК, маг, лог. Все, я... Пламя, ты на кого? На пламя. На пламя. Надо. Окей. Все, давайте все в портал прыгаем. Вот этот лог там, шолдерс, пободрее лети, Винс там, может, кто куда-то отошел, там сразу ставим шкаф, самоним, быстренько там все чистим. Слышь, вот, не суслядина. Он вообще в Агримаре. Да я через Агримар. Вот не, короче, шуслятинка в ПМ жарит. Говорит, на нас ничего не падает. Ни одного токена, ни кражан, ни это говно.
Это маг, который у нас в дарках играл, да? Да. Ну, дальше пишут, когда в шатрах притонулись. Зато нар у меня не забыли. Вообще. Так, Гим, ты Тымыч, у тебя второй спех есть? Только не говори, что хилим. Да, у меня есть рпал, правда, ПВП. Прикада пояс, наверное. Ясно. На кубак скачать. Кубы, да. Поставь сначала своих на кубы. Ну, как бы здесь потому все что, свои. Чувак, первый раз, я так понял. Не, я имею в виду те, кто уже были здесь. Ну, Дым, он на этом сервере, скорее всего, первый раз, а на остальных серверах он был. Он на маленьком. Как бы... Ну, я... Вы так не перебывайте. Я как бы спрашиваю, интересуюсь. Ну чё, кубы, там? Кубы там легко, так, там, там ничего тяжелого нету. Просто прожать его надо. Выбираешь босса, запомни цель. Как только босс начинает огненное говно кастовать, ты подбежал два шага к кубу, ну ты стоишь рядом с ним, и тыкнул на него, и ждешь. Я расставлю. Ты даже бегать не надо, ты там уже будешь стоять. Да, просто стоишь и ждешь. Как только каст начался, нажал один раз правой кнопкой мыши на куб, и стоишь, ждешь, пока у тебя каст дойдет до конца. Ну, в принципе, сейчас я расставлю людей. Ничего страшного. Я там... Лока хочу в инсте видеть. Лок, ты где? Подлетаю. Лок летит. Я в первый день тоже очковал. Так, все, лок в инсте. А может кто-нибудь ДПС скинуть с Грула из Королей? Может. Сейчас. Можешь. Уже нет. С Грула тоже не могу. Блин, я удалил, у меня привычка удалять, я постоянно удаляю. Тыкаем в шкаф, сумму не будет. Если скажете мне вызов, макрос вызова, я У меня там что-то 7,5 было. Ну это за груля. А чё вы 9 тел линкуете? Линкуете 20. Нельзя 20 вообще не подряд. Как нельзя? Ну, типа, остановить наполовину. Да, более 10 сообщений нельзя отправлять в течение 10 секунд. А, ну это уже... А вы чё, серьёзно? Сервис на да. линии идёт. Ну, подожди, каждая строчка чате. Считается за сообщение, так что ли? Да. Да. Вот, я в рейде уже тут. Не надо меня сумонить. Это на этих, на придурках. Вообще как-то странно. Не, это громила, это трэш. Твина, принимай где-то там. Ой, король Молдор, вижу. Блин, и у меня нахуй 10 секунд мут. Ну, я понял, в принципе, динамику. Чё, все здесь? Да, все тут. Ребят. Ребят, пойдем на всех, после Грула идем их 25-ку, потом они 25. Танки приготовились, пошли пуляем. А, я сообщение писал. Дайте 10 секунды. Ну, кто там такой шустрый, валился. Как будто я... Десантник, блядь, на парашюте. Это я веселился. Отсюда. Фудсон справа трэш. Ты? Сестер. Он тут. Когда маленький хит идти, персервать огроз ДДшников. Здорово. Ну, только чтобы... Нет, нет,
Нет. Кто? Я тут, там. Нет. Угу. Вот. У кого конь? Ну. Они сами идут? Нет, мы ведем их. Кто-то сами кого? Вот и ведем. Все, идем налево все. Танк пошли первые. Лево идем. Да-да-да. Мальчики налево, девочки направо. У меня жена не отпустит. А ты не говори. Она рядом. Яйца тебе нет. ДП имеет право налево. И лево направо. Вот одна. Видите, тогда не могу говорить. Ты оставляй мне мобы. Да, топишься. Это кому надо? Сосочку. Рядом с тобой бежит, видишь? А, ну я тебе сейчас вот так вот сделаю, да и все. Да не, в бою просто. У меня ману реген. Когда меня бьют. Рыбку не нужно, да? У всех есть? У меня своя. Есть. Не, не надо рыбку. Никто же не умирал. Так, Войд. Ставь слева вот сюда черепок. Меточку ставь. Знаешь, как метки эти ставить? Так, значит, как? Вот эта табличка, да? Да, да, да. Табличку выбираешь. Флажок, и там будут меточки. Выбираешь белую метку, наводишь мышкой и цепляешь. Давай, давай. Ну, либо дай мне РЛ, я сделаю речь. Пускай учится. Ну так, да? На каждый куб по метке просто поставь. А куда он еще? Да, да, да. Вот примерно так. Ну, либо на каждый куб по метке. Так, на черепке буду я стоять сам. А дальше, на... Лево. Смотрите за магом, короче, запоминайте. Вот сюда встает у нас сейвей. Запомнил сейвей? Да, да, да. Угу. Дальше. Сюда у нас встает... Фуцин. Ты мне говори, какая метка, чтобы я ставил. Вот, слева дальняя, видишь? Нету меток, без меток. Так, тебе расскажу. А, чтобы они сами запомнили или что? Да. Нет, ты, да, ты ставишь сначала такие метки, типа, ну, вот эти, что флажком, а потом на участника выделяешь и ставишь. Обычные ставишь. Обычные. А вообще можно и без меток. Ну, для начала лучше с метками. Вот, так, все, ладно. Давай. Фуцин, ты запомнил, да, вот сюда встаешь? Все, есть. Угу. Дальше. А, сюда у нас будет стоять, давайте подумаем, Киоки. Окей? Ну, я не умею на них стоять, я тебе сразу. Ладно, давай тогда другого назначу. Давай, ну, да, здесь у нас Салат Старгейзер, постоишь? Смотри, меня жена выбивает, так что... Блять, начинается твинси. Он всегда, так он тупо всегда с лакер сразу. Да. Твинси, умеешь стоять на меточках? Не, Вов, ты говори, кто не умеет, учится. Да. К
Кто? Давайте, а, вот. Давайте я все. Только скажите, в какой момент поражает, потому что мне все равно это пригодится. Нет, я... Все, я нашел. Unholy Priest. Вот сюда встанешь. Unholy Priest. Видишь, я прыгал? Шах. Я им метки и раздаю, там. Какие ставятся, где ты говоришь. Угу. Я так, сюда могу встать. Давай, Серег. Не, блядь, давай ты тогда, наверное, туда, ты хоть подамажишь немножко. А Unholy Priest вот сюда встанет. Unholy Priest, ты на ближнюю правую, пламя запада на дальнюю правую. Все. Все зашли, танки встали вот сюда. Подожди, а ближняя вот эта вот, где все стоят, там кто стоит? Где все стоят, я сам встану сюда. Так, давай. Для тебя тоже надо метку сделать. Да мне не надо. Так, встали все сюда. Подошли. Так, я мишку врубил. Бью. Угу, давай начинай бить. На пол дали сейчас танков. Начинаем заливать. Эй. Так это он проб. Кто? Я говорил терять. Минус кролу, блядь. Теперь кролу. Ебать. Это не наш. Так, если есть бомжи. Не, ну хоть признался сразу. Встали по меткам. Так, никто не трогайте, пока ко мне не подойдет. Тебе нормально это... дали. Не лег бы. Диджей Кексик на танке. На пол, да, он. Ой, ну это на боссе, да, танкует. Дайте каску по ханту быстрее. Дайте каску по ханту. Приготовили. И по локу каску можно? Бля, чё он так долго? Гуляйте. Потому что мы быстро залили трек. Так, кто далеко стоит на кубах, вы не ходите, не бей. Идите. Что бить? Метку из хантов дает от меня. Будет дамаг. Бьем. Вы к вам приготовились. Вызывает точно так. О, это красный язык еще на... Приготовились. Так. Не сам. Вова, я тебе говорю точные данные, тебе потом... Я сам знаю точные данные, у меня стоит свой таймер. Получается, когда мне оба нажали лут. Чтобы там, когда начинает идти каст, ты до конца уйдет. Небольшой. Достаточно или все на. Понял. Шаг, скинешь потом ссылку на
стандартный клиент Сируса содержит ДБМ, скачай дополнительно. Только не в бою, потому что у тебя... Не, стрелок... и на моих чередона его нет, повторяю, на моих чередона его нет. Вам тихо! Нельзя во время... Приготовились, после откидывания к кубам подошли. Готовимся, нажали. Держим. Отпустили. Идем. И еще... У него КД идет. Василий, рано куб наш. Твой. Да, получается. Вешает. В любом случае, в любом... Что вы? Давайте. Приготовились на кубы. Реально, первый раз за полтора... Готовимся на кубах течения. Прожали. Я вообще не слышу. Гим будет? Гим на маны тебе надо? Запою. Нравится? Ага. Молодец. Или тебе здесь? Ну да. Где твоё агро? Сейчас там сплю. Вот, да. Давай, куба. В течение 15 секунд должен быть каст. Держим, выдеваем. Блять, Лёх, кекс, вот тебе как будто плохо, нахуй, что у меня агро-то нету, да? Да и я просто по-другому сейчас, это... Ну, ротацию чуть-чуть изменю. Роллинг-мешок. Я тебе ничего не говорю. Ну, лучше его в года просто кинуть, да и всё. Я ж только об этом, я только это выезжал. Вот ты как раз сейчас и кинь. А чё в мешке? Чё в мешке? Кот в мешке. Камушки. Какие? А я сумку ролим. Ой. Сорян. А лице в мешке. Эпсердолик был выйти. А лице. Чё с головой, кстати, расскажите, я тут это в первый раз, мне же интересно. Кольца 245. Пояс. Хантовский. Шамовский. Шамовский, только самый нет у нас. Сейчас ИК будет, насколько я понимаю. Он не последний. Давайте на ОФ ролите. Голова латная. Соберите. Чем терпка, да? Да. На трансмут классно. Хант, ДК, Маклок. Пяди, грудочина. Ну. Ребят, вы были близки. Ну, дружба победила. А Иту зачем?
Он вроде на дед. Это с этого вещь. Че, на У не бежим? Ик. Ик 20. Ик. Поставь портал. Отлично. А че я не вижу это в Ик? Вот, вот. Он уже полетел в Ик. Себе возьмем. Себе возьму, в Ике отдам. Линканите голову, рольте. Рольте голову. Долоран, да. Дай порт. Супер. Да? Ладно, рольте те, кто в инсте. Ну да. Маканта 76. Это Ю 78. А нету, да? Ну вот видите, 40... Это Ю 78. 40 минут и 2 инста упали. Сейчас 20 минут, 25 ик. Поэтому кто-то... 78 кто-то вытянул? Вот хоть убейте их. А 75... Так, соберите, ты в инсте? Да. А, мастер. Тирай голову. Отдай, мастер, выпускай, забирай. Предупреждаю сразу, на танка кольцо. Кольцо офигенное. Так, Войт, отдай, пожалуйста, мастер, лут соберите. Соберите, забирай голову. Лаван, слушай, я это, к инсту подлетел уже к Ику, минут на 5 отойду. Давай. Пока, Толха. Так, ребят, сумоньте тех, кто в магике стоит, у меня леди закончились. Это как так? Ну, вот так вот. А там уже инстанцевая команда. На портал нету рек. Тогда дать шамана суманем. Там уж кого портала нету? Да. Шамана суманем? Где шаман? На лох надо въебать, Вовчик. Да я капец их трачу что-то. Ну я же говорю, все пользуются, никто не башляет. Как в этом, в Агримаре, по 10-15 голды, сука, порт. Да там сейчас шаман уже подлетает, поэтому мы здесь сейчас всех суманем. Че за шаман? У нас в рейде шаман будет? Ой, шаман, лог, блядь. Ну, среди шаман будет. Не, ну шамана можно... Присумоньте, пожалуйста, мага, я схожу покурю, пока время есть. Шамана можно... Кучек, могу на шамана, да? Да, я как мастик сделал ВК, а на шамане нет. А, стопудово. Да. Поэтому останься, пожалуйста. Не, 2 ДК хорошо, но шаман в любом случае нужен. Ну, че, остальное фигня. Я пошел курить. А, давайте перекур пока быстренько. Так, вот, тебя присумонили? Да, спасибо. Последний раз суммонил. Да, Шах, я слушаю. Вот я не успел отойти. Нет, не надо. Не надо. Зачем? Я купить пошел. Потому что у него тоже закрыто. Ну, в принципе, нам бы третий танк не помешал, если честно. Я сейчас пикнусь там. Это кто? Войт. Войт, ну, ты четвертым будешь на этих, на... Что они называются? На чемпах. А так в третьих, в три танка. Давай, Шах, на танка заходи тогда. Пламя на... Ой, на своего. Сейчас пойдем по геровской тактике. В три танка. Вова у меня.
меня как бы ДК уже по 8к ДПС дает. Как бы. А надо танк все равно. Блин, где мне вообще дамажит? Вообще нет урона, не знаю. Нет, не дамажит. Они чисто саппорты тут. Ну, нужны они вообще в рейде или спекаться в дестрика и никому не делать было? Ну, СПД бафач, когда ты одетый. А так, конечно, тебе лучше в дестрике пока ходить. Демон, он очень, короче, требовательный к шмоткам. Не, ну конечно, профита тебе больше, когда ты в демоне, но если хочешь ДПС, то дестрик. На начале. Я понял. То я просто думал, как РЛ скажет тебе. Нужен он вообще или нет? Киньте пати Шакондра и Шамбо. А чё у нас сразу минус 2? Зашли на другие. Мы на других персов, да. На других персов сели. Войд, ты тут? Вот там, Войд, брату, возьми, дайте пати людям. Где вы тут вообще, Олег? Может, перерыв курить ушли? А, ну ладно, перекурите, короче. Ну, уже заканчивается вообще-то. Главное, чтобы Вова не уснул на Спасибо. Я бы все отдал за то, чтобы сейчас работал рекаунт. Просто чувствовал, что было все идеально, не было никаких задержек. Ну блин, вообще, ну кто придумал Дискорд? Ну почему все так произошло? Согласен, блядь. Другая, а че все скачать его? Установлен на поддержку мобильных платформ. Я вот с телефона сижу, все прекрасно. Телефона нету. Сумоним по кондру и сумоним фром холла сейчас вот соединиться. Так, ребят, идем по геймерской тактике, сразу учим, запоминаем. Ее очень хорошо здесь тренировать. Добавишь парень, ну нормально. Все правильно. На ВК тактику. Спасешка. Поставьте шкаф, надо смотреть. Кого достаю? Надо меня сманить. Я же сказал, что... Ты... Дайте шкаф. Не вижу шам. Как сказал? Интернет.
на лок, это чтоб камни были. Да, да, я понял, спасибо. Что? Подари. Лол. А кто музыку слушает, который сейчас играет на инсте? Там магнитов, ой, этот, телефон. Магнитофон на телефоне. Говори. Смотри, должен уже... Рассказывай, как, давайте, фури баф. Вон Тоху можно. Да, он не будет. Так, сейчас я все расскажу, ребят. Так, Шакондра, 5 стаков получает. Да-да. Выходит зеленый. Красного забирает у нас сначала Гымты, ты получаешь дебаф, у тебя перегревает диджей Кексик красного червя, и ты пары. Да, вы там с Кексиком под Геру, быстренько его заливаем, переключаемся в красного. На ледяной обезьяне будет у нас танковать Шакондра. Все, всем понятно? Это самый Вовчик. Тут роль на танк, потому что Фурику ничего не надо. Танк приодеть. Да, хорошо. Ждем кота. Дай столик, пожалуйста. Столик. И навари там что-нибудь. Групп лут. Пойдем на групп луте. Роль. Что мне нравится быть? Чтоб больше роги не ролили, блядь, посох. Короче, можно. Вы услышали... Дискорд в чате. Настю не взяли, блядь, не красавцы. В Дискорде напишите в чат. На... Кто не пойдет? Так Тим, он попросил, подождите секунду, альтрак добиваю, блядь, две минуты, блядь. Блядь, ты зеленым червя. Давайте все выйдем из инста, блядь. Да все нормально. Шака танкует. Да, начинает Шакондра, Кексик ты на подхвате. И стоимся полукругом. Набрали, со снобальдами под жопу босса подходим. В огне не стоим. Только Лёха пришёл. Лёха, фу. Пять стаков. Да, да, да. А чё? Слушай, не стой. Он на мне видит. Так ну он уже давно. Как с орком, что ли? Стоп-стоп. Да. Приготовились. Амель крутый. Я беру. Мёрды. Да. Гейм получил? Да. Все, мол.
Кто не бегает? Кто-то ничего. Рейд стата хорош. Свечит на весь план. В архиве разморозит. Так. Что ты? Босса. А где в архиве? Вон зеленые люди стоят. Просто зеленые. Кончил. Кончил стебас. Словно ты... Хоча. А до какого? Пусть до катанчика. Сейчас дадим. Выходи, кто там? Да. Забирай. Стоп, внимательно. Отошли от цели. Приготовились, Квинси, в сторону все. Круто, нет, давай на чем можешь так. Да ладно, еще в бою упал, а ты еще видишь? Ну, упал, упал. Так, поставьте шкаф, пожалуйста, при сумонте Минкерек. Угу. Шакон, Гэнтек Тымыч и Кекси Трэш. А, забираешь... Баб. Бафните, пожалуйста, товаров. Привет. Нет, Шах, ты не будешь, да, ты будешь танковать. Рыбку поедим или нет? Все, поставил, да, рыба стоит. Отведите Петаха. Голод. Шах, идем по тактике. Идем по тактике. ВК, учимся. Шах, мы... Готовьтесь к бою. Ставим рейндж. Череп захиливаем. Крест. Выносим. Сзади рейд. Через рейд никто не бежит. Кинулый бой. Мы знаем. Иди. Дисплей маг. Давай. Я помогу. Я. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Но все... Готовьтесь к...
Так. Пошел? Да, да. Знаешь, немножко ты опоздал. Так, сегодня нас сняли и... Понятно. А, типа, поздравляю. Пожалуйста, на. О! Игра. Прям помню, что такое. Не вышло еще. Ну вот так, беги. Кексик и... Ну-ка. Надо... СБ. У тебя? Короче, не сгружаю. Друзья. Давайте бьем. Ой, я... Я где? Я нормально, я сейчас это... Статис, дисплю. Шаг Т4 прожми. Эбдин. Попел. О, еще боешка. Ребят, боешки тоже ролим по мейн-спеку желательно. Потому что он паладин есть у нас, Порус, который не одет. Зачем я думаю, зайдет ему. Остальные вроде. Отошли все налево под щит. С себя скидываем защиту от темной магии, скидываем лапку друидовскую, тымыч. Эй, на станке и
Я это самое в танке, кого мне держать? Так, Шакондра, твой Рога, Кексик, твой ДК, дальше, Дгым-Тыпымыч, твой Вар, Войд, твой Шаман, окей? Дальше, по контролю. Что у нас тут есть? Как подумаю. А там шаман и лем, может мне тогда фурика, а то смысла нет. Ну. Хил, точнее, там. Шабат энх. Да тогда можно. Нет, энх, поддержишь его. Лаван, тебя там спрашивали про шмотку, походу, с прошлых рейдов. Не прошло там время еще? Какое? А, грудак. Грудак. Да, да. Обмен-то. Обмен, дай. Так. Антоха, зачем тебе шмотка? Да, ему это не надо. Да, он не надо. Людей переживал. Я... А, отстань, да. Ребят, дальше по контролю. Вот ведь все. Ты на хантовского пэта. Да, на потом заливаем. Да. Нет, если по-любому. Значит, не надо. Стоим здесь, никто никуда не отходит. Как он домом за ним в рейд. Даем Геру, заливаем. Ок. Знаете, Старгейзер поднимет. Что вот все танки. Залили. Геру дали. Зарядов нет. Ты четыре. Нет, Вов, что-то не то, потому что мы только стали. Здесь пыль. Бля. А нет. У меня вопрос, зачем риска так? Будь пока не прицелен. Давай. Ладно. Спасибо.
месте никто никуда не идет. Серый. Выкопами. Сжал. Нет, Клодин-то не сразу с нами идешь, ты ждешь. Да, они агроны берут, они прожмутся, и их не убьет. Так всегда все печально на темпах. Встали, зашли. М? Ты херел, что ли, литруху, что ли, заднюю? Зашли сразу. Вот смотрите, видите, все РДД хилы стоят здесь, тоже. Все... Мобом. Стал рыбу мне такой. Вот, ребята, вот смотрите, у вас есть 5 друидов в рейде и 10. Сколько друидов, что просто все эти мобы, они сколько, 10 плюс 3 плюс... 12-15 секунд будут стоять в вихре. В вихре, но они ничего вам не сделают. Неужели нельзя назначить друида? Вот там какой-нибудь старгейзер, там, допустим, хила контролит. Все, мобы будут падать один за одним. И... Так без проблем. Если они подойдут, без проблем. Вот сова подошла, например, я могу кинуть смерч. Да. Тут надо ждать, пока подойдут. Ренджа не хватает, приходится близко подходить, поэтому... Так вы не идите, если у вас ренджа не хватает, вы стойте, ждите, притянут сюда, подведут этого моба. Я, кстати, зачем сейчас... туда-то идти? Все, понимаете, на ком меньше армора? Ткань вообще должна стоять сзади всех. Все, велосипеды вот начинаются, стоит, да? Давай. Все по. Все нормально. Давай. Убивать. Ну, по сейчас будем, что там ближе стоит. Давайте я сейчас... Посмотрим, все нормально будет. Тут самое главное контроль, как в ПВП. Так, по танкам. Шакондра, держишь пробу. Дальше. Держишь... Так, шамана. Гинты Тымыч. Держишь вара и фиксик держишь ДК. Танки у нас заходят справа. По центру идет только Шакондра. Все отошли на помост, встали. Куда вы пошли? А, все, танки пошли, нормально. Все, танки пошли. Танки пошли. Шакондра. Черри тянем. Крест заливает. Ну, зверный звезду, блядь.
с ним. Он... Вот, раз... Я знаю. Дали ли звезду? ДК просто провалился. ДК играем. Арон ДК. Подними. Ты ветер. Бабл здесь. Фэльте. Играем в сову. Нет? Да. Рогус, да. Тут стоим, все тут, никуда не идем. Рогу ведем сюда. Пошли назад все, блядь. Не могу увести нам не. Следующего тянет. Тут никто не идет, ДК только. Залили. И не увидел. У меня нет цели. Она на что мужика. Лишь сплотившись, вы сможете пройти. А нет. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые короля лича. Пусть состязания начнутся!
кексик Лебя или еще? Белый. Хорошо. Гэм-то ты, значит, ну ты... Я здесь каждый раз куплю. Ваше здоровье, ребят. Давай. Так, Фексик, твой крест. Конрад, твой череп. Все возьмите черную метку, кроме Кексика. И Гвинты Тымыч, ты с Кексиком помогаешь. Крым, пожалуйста, в салу подойдите, вот в тотема. Заходите. Вливаться. Череп. А кто на... Вливаться. Идем крест все, сбиваем как. Переводим. Черный, бьем. Добиваем. Три бояшки за... Три. Три, да. Еще сомневаешься в могуществе Орды и Паладин? Знаю, меня одна не... Кто ты думаешь? Оба и выиграл, да? Рука и шея упала. Венус, да? Я предлагаю, ну, боевушки там раздать тем, кто нуждается в них. Чтоб как бы это одно, или те гильдия. Там еще, если что, вон, в этом лежат боевушки, там называется, в ГБ. Там на... обмен, кому нужно шея? На ДЦ-шку лежит боешка, плечо. Она больше на холика, чем на ДЦ-шку. Ну да. Сказал на сова. И что? И ШП, и сова, и шаман. Я бы даже мог эту...
это плечо отдать какому-нибудь локу демону. А что за плечо? Сейчас зайду на демона. Что за плечо, Вов? 264-е. А косинев, что за группа? Да, да, да. На фаермагу тоже хорошо зайдет. Нахрен он мне нужен. На фаера вообще он нормально заходит. Вовки нормально заходит, он в ГБ положил. А Вовку в Аркане. У тебя фаер тоже уже есть, да? Ну и вот, сейчас 50-ю сейчас доберу, последний будет. Ты сразу 4-10, да, делаешь? Да, ну да, да, даже через ожог мы с тобой вчера разговаривали. Блин, это... Вчера что-то так поднакидался к вечеру, аж память отключилась. Вот тут не шипей. Два косаря уже осталось. Есть такая фаза дружбы, бухали вместе. Вот и все. Я мало пью, ну как мало, я пью много, но редко, вот так вот, то есть там могу 2-3 дня попить, ну прям так вот хорошенечко. Всё, давай. Потом месяц не пью. Шакондра, да, блядь, дайте мне подсказать-то. Шакондра на боссе, диджей Кексик, с этой стороны ловишь. Трэш. Видишь меня? Дым ты тымыч, блять. Опять это выговорил. Да, да, да. Вот ты дым вот говори, проще. Вот здесь ловишь трэш. Саш! Подводите по очереди их. На сферах у нас будет Ноут Аттак и будет у нас где Фудсон. Точно, Фудсон. Вы разбиваете сферки. Одну сферку сразу под босса разливаете. Вторую где-нибудь вот здесь. Ну, по кругу 4 штучки разобьете пока. И хватит. На второй фазе, когда он закопается, смотрите, как сферы у нас начинаются на земле заканчиваться. Ну, разливаете еще. Все милики играют в трэш, когда закопан босс. Стали все за жопу босса. Да, говори. Здесь с этой стороны разобьем. Давай. Так, так же по одному же вводим? Да, эти сферы. Да, по одному. Тоби. Вова. Да. Кто сферы бьет? Фудсон и Ноут Аттак. Понты на сферах. Я бы им не доверял. Так, все готовы. Погнали. Танк, пуляй. Позитивный. Готов, отправлю. Сверка есть? Нет. Вот блин, тут ты... Блин. Можно сфил разбить-то, ёбаный в рот. Его... Все, есть. Что я должен... Все, конечно, завели. Что это? Давайте играем в трэш. Зарылся. Молодцы, чекайте-то. Ну, в очередь, блядь. Трэш завели. Первый завел. Трэш свичнулись. Трэш. Зачем ты его отводишь? Потому что надо уже. А, это по-рукому. Быстренько завели. Бьем Тытымыча, БР быстренько. Поднимаем Тытымыча. Поднимаю, поднимаю. Сразу прохилили, сферки разлили. Залили трэш, не закопался? Не, да, убили. Дайте мне бегу там баф. Все, стоп сферы. И что баф лапку. Давай выйду тут тоже. Все а заходим на лужи. Никто босса не выйдет. Милики, заливаем мелкий трэш.
последнюю сферу не разбивать. Да. Сферы больше не, не разбиваем. Сейвы дай потом приступав как-нибудь набегу. 10 секунд до выхода. Андрей. Шаг забирай. Треш под жопу подвели к боссу. Сзади уже есть, Давай, босса, давай. Трэш поставили. Брали. Я сейчас подниму ее. Как поднимай, Настя? Сперты залили, одну оставили. Одну сверху оставили, ребят. Остальные можно слить. Мелики заливаем трэш. Так, одну сферу оставляем. Ага, залезли ее, блядь. Залезли. Одну на полу, главное, оставьте, все ушли со с земли. Вот одна стоит, летает. А, слева. Летает уже, есть, да, есть. Давай, полис. Хуфтень, ШП! ШП работает здесь, ушпатки. Ну, работает. Да все, Паук, дробовер. Гын, лови. Дали Геру, залили. Дали Геру. Дайте дек. Рейду дайте. Власть. Дирч или босс? О. Внутри, ничего себе. Ура, будет вторая. Выиграл я. Че, полетели на луне? Да. Блядь. Ребят. Парольте, кому там надо вот эту вот перчаточку, я отдам, я нечаянно нажал. Хапуга, фу, Вовка, нашу теперь собираюсь. Икс-рейда. Иди, подходи, садись, отдаю. Товарищ Сагильдец, а можно вас попросить на Аниксе у меня шмануть, я отойду и покурить, пожалуйста. Не, ну... Так, давай. Вов, короче, я отойду быстрее. Давай. Ну вот так, где ты есть? Ну покурил уже, пока собираешься. Так они ватные, нахуя ему на этот, ватные? Блин, я не могу тебе админ кинуть, кинь сам мне.
Ты у меня цель недружелюбна, блядь. Так поставь с этими с гоблинами, блядь, как оно, не вражду в репутации. Не хочу. А где это ставить-то, блядь? Там, где ты эти качаешь, репу. Антох. Оу. Так ты говоришь, покурил бы, пока собираешь. Так я уже курю, и я могу уже говорить и курить. Я просто уроки мастера. Он познал за. Тут уже не разговаривает. Ему там хорошо. Да прям уж, ладно, расскажешь ты мне тут. Там просто дыхание идет. Я где мне с ними поставить, а дружелюбие, блядь? Посмотри, где с ними дружить. Да нахуй с этими зелеными мудаками дружить. Забей его, вон. Вайпаюсь с 250-ми и клюете, а в 80-ки. Блядь, подождите, не флудите. На какой расход? Идем на Оню 25. Лёх, кстати, ты спрашивал про то, это вновь пришедшие с нами. У нас чисто гильд-рейд идет. Гильд-рейд? Круто. У меня не дружелюбие, блядь. Вообще ни одного мима нету, но из этих и угов. Ты краишь. Ну, хорошего человека должно быть много. Стоп, флот, блядь. Объясни, Леха, Старгейзер, мне пожалуйста. Посмотри, где у тебя вражда стоит или дружелюбие, с какими фракциями, поставь там, убери галочки, блядь. А репутация, открой вкладку, щелкни на фракцию, откроется окошко, там будет три сними это самое. А какая у них фракция? Да какая у них фракция? Ты про кого? Роднадзору! Что за фракция-то? Не фракция, но, наверное, не слышно вообще раз, два, три, четыре, да, пять, слышно. Не-не, не слышно, не слышно. Заморожен. У меня это бронзовые драконы. Вов, а Вов? А у нас ушел Варкил, возьми Тимыча, он же просил. Будешь его брать, нет? А Варкил что ушел? Я не знаю, спать ушел. А, спать ушел. А Шакондра почему ушел? Потому что он Данич. И Лёша, не знаю, Лёша, а ты в Аниксе? Ну, я сейчас вайпнусь, и я сразу ухожу, все. Ну, а ты и так в Оне, куда тебе вайпаться? Два раза упали, понимаешь? 200. А потому что нехрен без нас ходить. Я, во-первых, блядь, у меня эти Роднадзорму, блядь, почему-то стоит ненависть, и я не могу убрать эту гарантию. Роднадзорму — это не они, это, блядь, драконы. Да то я гоню. Просто смешное оно. Исправь персонажа тогда, если нету то этой хуйни, то тогда надо исправлять персонажа. А нема у него этой хуйни. И не у меня такой хуйни нема. Не у меня такой хуйни, не у меня. У меня к чему дружелюбие со всеми здесь. Да хули ты, друид, этим все сказано. Да, Вовчик. Так, подожди. Твинси, давай я тебе передам, отдай вот. А ты да, кому-то отдай другому, а тот хай передаст. Вот рядом Хан стоит, отдай его. Так, у меня вопрос, почему танк ушел? Он зашел на приста. На приста зашел. У нас кексик будет танковать, и дым ты тымыч. Все норм. Два танка. Где Райдер? Штанишки. Куда у нас Райдер делал? Ну вот так. Доволен? Сколько геморроя, а? Сколько ты тела дед? Да я не понимаю, с какого хера то они не дружили. Что у него дед? А где Райдер? Кто-то принято, кстати, сролил. Мне интересно. Кого? Кто тринец ролил? Не знаю, так. Райдер же переехал. Ролил. Райдер же письменной работы своей, вот. Его чаром часто моя жена играет, про флэму.
Ага, понятно. Кексик, а зачем тебе власть мертвых, скажи? О, блядь, я думал, скоро или нет. Блядь, бешеный друид. Друидам все надо, вы не понимаете. Нет, это ж Леха, это ж Леха, они все нигеры, блядь. Сам ты нигер, слышишь? Ребята, да ты все робишь, ты все робишь, нужное, не нужное. Тихо, блядь. Ребят, просил, сначала как бы ролят. Нет, Вов, я же сказал, я паролю, если кому-то надо, я дам. Я паролю на... Вот, давай, линкани ее. Давай, люди паролят ее. Я же сразу сказал. А он кому локу отдай, локу, локу она, по-моему, нужнее если этого всего. Ролим. Если не надо, ролим. То я отдам. Твои ноги, локи. Ну, у меня вроде неплохие без этого. Вова, тебе зачем? На фаера. Так, я даю другого все равно. Давай. Она заходит только локом и шаманом, все. Фаеру. Че, кого сумму плюс ставьте. Совея она заходит, прикинь. Выходит. Сова кинула 78. Ну, сова такая же, как и я, наверное. 78. Чучело у нас не сова, он кот. А, ну тогда тем более ему не надо, я также тебе на сову ролю. Лок, шо у нас, ты тут? Лок. Сумуйся, лок. В инсту ближе тогда. Да. Так что, шаману давать? Ну, а ему надо? Какому же там холу? У него есть такая, блядь. Ну, он 15. У него есть. У него значит, есть такая. Ну, значит, тебе я там все. Я говорю, мне вторая надо. Зачем? Они не берутся. Не, не такая, мне я вторая надо, нормально. Нужна. Не, то, что она Вове нужна, я... ШП они ничего абсолютно не дают. Не, ШП не работает. ШП. Короче, если вам не надо, мне давайте. Локу отдайте, вот давай. Локу. Если не надо, то я себе оставлю. Отдай Локу тренер, а ты его тренер. Да, дайте Локу, блядь, тренер. А чё не рулит? Стой. Просто честно, она заходит только Локу и Шаману. Ну, да. У меня такая есть, то давайте. Спасибо. Отдайте Локу тренер, вот, правда. Нет, чем я, мозг парим? У нас Лок не одетый, блядь, Фрейди. Я честно сказал то, что если кому-то надо, я дам. Если не надо, то я ставлю. Я же сразу сказал. Я лучше в воскресенье схожу в Зуламан. Куда? Заанрулю. Ну да, опять же. Заанрулю себе голову. Опять без нас, опять Зуламан. Давай. И мне тоже. Лока, успехов тебе, хорошего настроения. За головы не будет, но ты держись. На Зуламан этот, как его событие, подтянемся? Да какое вот за событие, блядь, воскресенье? Какое событие? Он будет бухать, как сука, какой Зуламан? Не, я вечером там буду в воскресенье. Давайте целка в конце концов тропу уже закроем и будем если ходить. Если идти взад, то идти сейчас. Так, ладно, много народ, и у меня полчаса. Так, все, осталось. Все здесь? Кого в рейде нет? Он слышит, что вам говорят умные люди? Давайте профа сначала всем закроем. Собственно, рейде. Сам мы не закроем. Спасибо, Антон. Спасибо за то, что оценил. 25-ки закрою. На 25-ки проще закрыть. Жук. Где у нас хант? Ну, вот так. Давайте всех соберем. Пошлите дальше. Давайте, собирайте всех. Не бейте, ребят. На пульте, пожалуйста, на танка. Танки заберите. Все, бегите. Мишка, плюшевый Мишка. Я буду ему пора. А ну зацепи ее. Да нафига она нужна? Она не мешает никому. Потому что она меня пиздила. Но она же... Слушай. Он проснулся.
Ну вот, 75. Это может теперь не выбиваться. Что, у нас слот остался один, получается? Ребят, ты где? Не уходите, пожалуйста. Я шкаф начал кастовать. Вон, возьми пал от Антона. В гильдии вон пал еще есть. Какой? Этот. Данте. Ну, он на арене. А где Хант, который... Он прист есть, 225-й хотя бы прист. Хант, ну вот так, где? Вот зашел, вот сумма ждет. Все, вроде все тут. Че, одного доберем? Зачем мы дракончика сагрить, блять, одного? Чё, а че с кулаком? Есть вообще у нас кулак? О, слышишь, Вовка, возьми Тамару. Чего? Тамару возьми, она еще в райде вообще ни разу не... А она онлайн? Да, она онлайн, в розовой ряде. Я не знаю, пустит ее или шестой кат. Нет, мы ее не взяли только потому, что шестой кат ее не пускал, где мы были, на Груле. Ну, она Грома не знаю, сюда пустит на Оню. На Оню, по-моему, пускает. Давайте сейчас приплывем. Алло, люди, у нас кулак есть вообще в рейде? Дайте мне кулак, я въебу по столу. Ну вот на мне он есть зачем-то, поэтому где-то, значит, есть кулак. По ДК дайте кулак. Ну все, никто, короче, не отвечает. Не хотят, не хотят. Давайте. О, присоединилась, пойдем-то присумоним. А что, шкаф можно поставить? А где шкаф? Да он сзади стоит. 10 секунд шкаф поставлю. Да все, стоит сзади, успеем. Так, я Локу подарил сумку на душ, и пускай отрабатывает. Добрый. Выгодно. А, я в бою, подожди, стоп. Я тоже в бою. А потом уже Кексик сагрил моба и стоит на статую ярость. Я не знаю, как он сагрился. Это не Кексик, это вредитель какой-то, Кексик. Все под агро. Ну, то не идет сначала эту тройнику, теперь моба. Теперь на всех агро вешает, да? Да ладно, сейчас придумаю. Это дает сумму. Нельзя применить к этой цели. Да, естественно, потому что в бою. Не, я-то не в бою. А, тогда не держать. Я не в бою. Хватит? А, во. Нельзя еще применить к этой цели. Убили? Да бежи. Я сейчас забью. Ну, если агро на нас, то нет. Да я вообще не знаю. Да не пустит ее сюда. О, выход из боя. Вы просто не понимаете, вот я специально его сагрю, ну, да. Чтоб он мне набил этот. Чтоб ну мне... все, агрос свалилась, можно суммонить. Не суммонится, не пускает ее шестой кат. Нет, не пустит ее. У нас пятый идет, по-моему. Опять дракончик этот, блядь. Опять что ли сагрили? Да тупо дракончик, блядь. Да это опять же я. Это опять Кексик. Задрал. Я не знаю, как он сагривается, блядь, я иду рядом. Так, тихо, Void Defender, перекинь, пожалуйста, штурмхола к танкам в пати. Вместе с Окей, перейдем. Я в кошту пошел. Блин, ну там на шестую кату не так много надо. Надо просто пару дней в РБК взять, что она там, не получит эти кристаллы, что ли? Она брала полгода, блядь, 80-е, ты говоришь этот. Ну зато самостоятельная, чё, всё сама. Не, ну правильно, как бы познаёт всё. Ну учится человек, а если бы учится? Класс узнает, как следует, там других будет учить. Она ещё помнит, что на острове кристаллы можно брать мне. Так, всё, все подошли. Чё, мой мелкий трэш, да? Ну, большие, в смысле. Так, фулл баф, дайте. Ой, я здесь первый раз танчу. Да ладно.
Приятно. Очень весело. Очень вовремя, Кекс. Как, ребят, тихо, стоп. Там кулак, ты башни, тебе 3 минуты осталось. Так, Кексик, ты на боссе, потом берешь мелкий трэш. Большой трэш забирает дгын ты тымыч. Каждый раз сложнее. Я ж поэтому спрашиваю, где райдер? Все, давай. Танк на исходную, погнал. Кулак, ребафните. Давай, да, крикнут, нафиг вам тут кулак. Ну, да, давай, крикнут. Дайте дракончик. Туда отлить. Тебе правее. И черепка как. Между передней и задней ногой стой. Как в РС, если вы были там, конечно. Ну, в принципе, да, как в РС. А мы после ОНИ. Да-да-да. Попробуй, поможем Томе. Ребята. Вот это дело. Ну да. Заливали. Мы в пятером залили ее. Сколько? За 26 секунд? Надо делать. Сейчас дайте мне 2 секунды, сейчас я их на. РДД бьем. Ой, а че? Да-да-да. Лорель под. Они. Вы смотрите, да, да, да. Я вообще ничего не. Хорошо, шарик и. Забудьте на карте раньше. Если будет. Че, давай. О, привет! Что? Что? Мелите, смотрите, куда летит. Так, ну мне скажите. Я сейчас на пятую кату возьму. Вот, я. Ура! Пятая. Да я чё-то. Блин, не успел, короче, сори. Ну, блин. Соберите, резните. Трэш. Отворачивай сразу. О, добили. Краймор, ставим. Не знаю.
Ребята, ну что, ёбан в рот? Ох, это... Ты как, я не видел вообще, куда бить. Я... внизу. Да выкинуло меня вниз, блядь. Нахуй ты вообще туда пошёл? Я залагал, блядь. Я хуй... А кекс... Да нет, я... Микрофон. Опять начался, блядь, ебаный, блядь, трэш, блядь, в ДИСе, и хуйню творить начали. Какой ебаный трэш, блядь, танк не может танковать из-за того, что у него... Так, блядь, я 30 раз крикнул, нахуй, кексик, иди на исходную. Блядь, я не мог бежать, ты понимаешь, что... Ты выкупаешь, что у него, сука, все залагает, так как у меня лагало, блядь, я сказал... Да ёбаный в рот, дайте мне сказать-то нахуй, или расход сейчас будет, блядь. А спускай, блядь, что ты для меня не угрожаешь, нахуй. Ну и все, нахуй, тогда идем дальше, блядь. Да вы пиздец гоните. Нахуй мне это, блядь, надо, блядь, куда-то водить, блядь, когда такой трэш творится в рейде, блядь. Ну хорошо, я не пойду больше танком. Кексик же говорит, зависло. Блядь, до третьей фазы, она еще не собралась садиться. Я сказал, иди. Ты понимаешь, на мне еще, трэш. Вован, на мне еще сидел этот мелкий трэш, блядь. Пока он сидел, я, блядь, даже шагу не мог делать. Да, блядь, я с такими же лагами играю. Я сейчас зайду, блядь, я один танкану ее. Извиняюсь, да-да. Не могу пригласить члена другой. Парам-парам-пам. Не могу пригласить члена другой группы. Давайте заново патч собирайте. Идите покурите, отдохните. Да мне уже через 5 минут. Кто нервничает, подрочите. Ну чё, а них всё убить не можете, блядь. Вот. И сейчас новыми силами пойдём. Другой группы. Не могу пригласить члена другой группы. Вот. А все из-за того, что мы ни хера не дисциплинированы в рейде. Вот что, хоть кого-нибудь убили сегодня? Да. Кого? Грулы, грулы, магика и что еще? ИК-25. А. Что, выбор упал? Выбор упал? Ага, потом догнал и еще раз упал. Это по факту, блядь. Ну, сходил в баскет, поиграл, блядь, пиздец.
Устал как сук лучше, блять, пошел в Вов поиграл, блять, опять. О, нихуя себе собачка. Песики, песики. Любишь песиков? Там из вновь присоединившихся спрашивал по поводу мата, да? Можно, нельзя? Так что ответ очевиден был сейчас. Давайте лимон заморачивать. Заморачиваться по поводу того, кто и как и что-то лишнего может сказать, тут вообще не стоит. Полная свобода слова. Свобода выражения. Ага, бля. С матами пиздец все строго, просто ёбнешься. Пора переезжать и жить в Дискорд, блядь. Про вражки уже даже сказать ничего нельзя, блядь, а в диске можно заебись. Скажи спасибо, что вражки пока еще подумать что-то можно. А уже воздух скоро платным станет. Они скоро спайсы легализуют, чтобы вообще все отупели, нахуй, дебилы. Ничего. Так вон в это. Антох, ты же да сбрасывал, короче, это в WhatsApp группу, да, видосик про охуевшего депутата. А, да, пиздец вообще. Я оценил. Нет, ну он по факту на самом деле все говорит, как бы, ну, с точки зрения зарабатывания денег, да, но как бы. Есть люди еще просто, которые не понимают, что на самом деле именно такое отношение ко всем идет. Угу. Вот. Да, но все равно, мне кажется, перебор в открытую говорить о том, что стране не нужны учителя и врачи, и нужно сделать все для того, чтобы они сдохли. Как можно до пенсии, до пенсии, да. Мне понравилась фраза, они, говорят, даже, говорит, есть хотят иногда. Видео 11-го года, вы вообще смотрите, что вы смотрите? Какая разница, 11-го, не 11-го, это просто как бы, что изменилось 11-го года? Это 8-летней давности, а вы сидите там. Так а что изменилось-то, ты мне можешь сказать? Как бы один человек бред сказал, а вы это говорите, как будто это каждый день прям по новостям показывают. Так это так и есть просто, как бы мы живем, вот ты посмотри на, ну, на власть, на нашу замечательную, а что, она хоть сказать, что-то... Где ты живешь? Я могу сказать, что пока учителям, врачам и всем остальным только повышают зарплату, а ничего не уменьшают, и то, что он сказал, это полная чушь, вот и все. Ну, повышают, я не спорю, как бы, но... Ну, а тогда чем обсуждаем? Прям... Их никто не гнобит, их никто не изгоняет, ничего им не урезают и ничего... Смотри, вот если так разбираться, да, там повышают, так у нас уровень жизни, что, по цене тот же остается, у нас на все остальное цены не растут. Если бы цены оставались неизменными, тьфу, цены, зарплаты, вот, как бы, а уровень жизни повышался, ну, в вопросе затрат. Знаешь, слава на этот богу, уровень у нас жизни. Игра, она не только в России идет, и мы и общаемся с многими странами. Такое происходит вообще везде. Слава Украине! Зачем, нашла шуточка. Поэтому жаловаться, что здесь что-то не так, я не знаю, где сейчас вообще хорошо. Нет, это безусловно, я с тобой согласен. Тут речь идет не чисто о России, в принципе, а вот чисто как бы, ну, о такой, о большой игре, о крупной. То есть люди, да, которые... Ну да, они все знают и просто все нахуй шлют и типа... Которых 10%, которые обладают 90%, ну, так скажем, ну, ресурсов в плане финансов. Всей планеты, да, как бы, это их игра, а не наши, мы тут просто пешки все, в принципе, да. Ну, поэтому вот, игра в и не парься. Да хватит, я вообще не парюсь, тут как бы это, большому кораблю большую торпеду, а против системы не попрешь, систему схаваешь в любом случае, как ни крути. Кордон его куда закидывает, его прям в папку аддонов или в папку ДБМ? Нет, ты просто заменяешь папку ДБМ. Полностью. Да, это тупо новый аддон. А, ну, по сути, это тот же ДБМ. На CLK, на все остальное, да? Давайте теперь. Насчет этого не знаю, но я просто скажу, что он намного удобнее того, что Сирис дает. Давайте теперь кое-что я вам объясню. У меня 3 часа ночи. Давайте, этот босс убивается 10 минут. Кто-то, кто может без лагов к
как я в бою, поговорить в Дискорде, только один. Я дам ассиста. Без вот этой хуйни. Я. Вот, Шаконда, дам тебе ассиста. Убиваем босса и расходимся. Без всякой истерики. Да вы говорите, человек 3 часа ночи, он время, нервы, силы тратит, чтобы нас сводить. Вот. А мы тут что-то чем-то недовольны. Властями там и тому подобным. Стой. А вам кто надо? Да нам все нужны, Лёх, присоединяйся. Ну, можешь шаманом пойти? Давай. Давай, растишься нам дашь. Я сейчас варом закрыл, вообще так смешно получилось. Полчаса висел, с 250-ми вайпался. А, все-таки закрыл? Закрыл десятку. Красавчик. Что там, Лёх, у тебя с гольфом? Да, все нормально. Все хорошо. Все идет своим чередом. Развалом не занимался еще? Не, варить буду. Во вторник. Начал варить, да? Ну там а колесо снимать надо. Там осталось? Там осталось. Так, Антоха, тебе лучше ничего не говорить, хорошо? Пожалуйста. Ну давай, ты же хотел его больше не делать, но... Завалить жирон и все, и ездить. Че у тебя с лонжероном? Я тоже была, когда тебе сказали, что лучше... Все, проехали. Простой флут, все. Выход взял, подожди, проверю. Охота. Кто у нас? Хорошо, лейтенант. Лечу. Интересно, если курить успеешь сходить? Сейчас. Я думаю, навряд ли ты успеешь. Починюсь и к вам. А где маг? Где маг подевался? А у нас Вова не хочет пойти рогой. Вова, он пошел пар спускать, наверное, PvP играть. На мультике своем. Так, Вова вообще золотой человек, такие нервы иметь, вот это все терпеть в канале происходящее. Так, ладно, вопрос к Рэллу. Перекинь, пожалуйста, меня к хилам, к танкам. Если можно. А, кого? Это невозможно сделать и то, и то временно. Предок, который ловил. Я поставлю им тотем. Да все, он с танками, пошлите уже, а. Все. Ломай меня полностью. Я сейчас уже это... Что-то меня прям разматывает, нихуево, давайте быстрее. Это последний мой заход сегодня. Нужен шаман? О, началось. Да, нужен, давай. Давай помощника. Похуй. И чё, есть шаман, ну пусть второй будет. Пусть даже есть. Есть лох, привет, есть лох. Можно хоть ещё взять три шамана. Помощника мне дайте-то. Шаман не вниз. Войд, дай минкерет помощника. Ооо, начались разборки теперь в чате, блять, у них. Хант, я же тебе сказала, у Хантайд Ю есть этот рецепт. Все, кто танкует? Я танкую, который раз повторяю. Я это кто? Звезда. Вам и в чате сказали, написали, и в дичь сказали три раза. Сколько раз надо повторить? А кто танкует? Второй танк. Поэтому шаману идти кем? Хилом или Элимом? Да, Элимом. Пусть Элимом идет, да. Ладно, 50. Главное, раскиньте их по пати, чтобы и у хилов, и у танков они были. И все, вот, вообще. Я поставил. Отлично. Ну пусть и он спрятался, подождите. Вар. А, шакон, предыдем, ясно. Хорошо.
А кто у вас? Дикстрим. Он куда ушел, куда-то или что? Да хуй его знает, похер, без него убьем. Все, пуляйте. Я ему слухи дал. Пуляйте нахуй, сюда. Заебали стоять уже. Ну, давай. Дайте я звездочку. Там уже писал, что 5 минутов. Он кто? Руна, это было. Потому что это был. Как кто дыхание поймал? А мы. Не совсем. Что тактика и тихо гулять всем быстро. Это последний край, я больше не выдержу нахуй. Он больше не выдержит, провода сдаваться идет. Раз, видишь, ему кнесси. Вон уже. Освоит будет. Так, ну вот он вас замутает. Вот ты будешь. Так, тихо, закрылись. Значит, все тихо, на да. пул маленьких мобов на ДК. Паладин ловит больших мобов. Милики, отбегаете в крест от дыхания. Когда дыхание будет, отбегаете в крест, чтобы никто не ждал. Когда начнется третья фаза, сначала добейте мобов. ДК поставит. На ДК... фантов никто не бьет маленьких мобов. На ДК кинет антифир какой-нибудь пристан на свое усмотрение. Только все сразу не кинут. Тараха. Попробуй. Стоит сила. Ладно, мы все равно ждем. А! Хотят чать! Дыхание 10 секунд, приготовились. Вспышка! Блядь! Вспышка! Дыхание. Заебись, аж от сердца. Дыхание правда налево. Дыхание. Впереди. Мысли. Да. Пышка. Ты посмотри, где я. Еще. Вспышка. Да. Большого подавал вспышек. Как Киоки. Первый раз, блядь, сюда пришли. Киоки, Старгейзера подними, Старгейзер рога. Разбирайся. У нас еще код есть, может. Тоже поднять. Пышка. Пышка, да. Вы в курсе, что чем больше хорош базарить, бейте трэш. Да. Хани. Блять, это вспышка. Нет, туда.
Пейдинг. Хочу его крыду, хватит уже. Вот там. Ветер. Забирай, забирай. Давай, давай. Так поставил? Так бьем. Киоки, пожалуйста, найди Старгейзера, подними. Старгейзер рогу. Да, у нее когда? У нее БР. БР на КД. Если БР на КД, значит код подними Старгейзера. Пропойте нам. Умирал. У кого еще из пристов антифер есть на танка ДК киньте. Еще когда я. Да. Потом докинул. Он зайдется ему конец. Только босса бейте. Пиздец. Шаман сдох. Блять. Ну ты знаешь, где кнопка выхода из бильди? Да. Пользуйся. Ой, сейчас как поджать. Повезло. Там человек... Базами был. Два хила. Лайер, да ты яги. Как будто профа бьет, а? Да капец. Да сами сдохли сами. Я сдох а последний. Соберите, согрел. Иди же оттуда. Дракона убьете? Блять! Смотрите, куда да, блять, умрёт это говно. Да, сука. Уже. Плюшка ждёт нахуй нам. Да, Соли не хочет убирать. Она ещё меня убила. Вот сука. Кольцо на танка. Бля, второй раз вижу, а. Нужно кому-нибудь колечко на танка? Нужно. Да забирай Настя. Если нужно там и этот. Если нужно, щелкай, что нужно. Если нет, что. Ребят, изи в 21 человека убили. Так. Ну не совсем изи, у нас пол рейда лежит. Ну так убили же. Он в конце уже убирать не хотел. Ресните мертвых, а то табличка выйти из тела пропала, блин. Не можем резать. Потому что вот тут дракончики и боюсь, давайте. Вот, а соответственно, хорошо. Что? Соответственно, он при правильном соотношении сил в 25 можно убить и 10 человек. 280 рублей. Кому кольцо отдать, а? Банда, я сролил. Давай мне. Тогда мне, Кири, тогда я. Я танк, давай мне. Кто?
что это, да, как там, да, бляха, короче, пал, скажем так. У меня был ник такой интересный. У меня был такой ник интересный, Акулкар. Так пытались выговорить, это очень проблематично было. Так назвали варом просто. Ладно, молодцы, завтра приходите, 25-ку ссылка. Завтра я, возможно, буду. Я жду приглашения. Прям целка завтра? В письменном виде, да? Не целка, икс ходим, ладно, так и быть. Ик? Ты ставил десятку на завтра. Нет, давай ЦЛК, ё-моё. Слышишь? Ты ставил на 4 часа ЦЛК 10, на вечер 25. Там все стоит в календаре. Ну да. 4 часа десятка. 4 часа десятка, все правильно. И, ребята, вот когда вас вводят в рейд, постарайтесь поменьше говорить в Дискорде, потому что РЛ, который объясняет остальному рейду что-то, очень тяжело. Вы не релите ничего. Если вы хотите, чтобы у вас был нормальный коллектив, уважайте релы, потому что это очень реально сложно делать. Я тебе дам совет маленький. Ходил ЦЛК 25, там разговаривал только рел. Все. В течение 2 часов сам с собой болтал. И все, тихенько убили всех. Потом, короче, вайпнулся сервак. Ну, он тебе про это и говорит, что побольше молчи и все. Мало нет, того, давай мало того, что, мало муты, того, что муты. Ну, муты это все хорошо, ну, будет возможность. Мало того, что РЛ молчит, это все прекрасно, хорошо. Дело в том, что рейд это у того РЛ, про которого ты говоришь, был не тупых людей, а тех, которые все знают, всю тактику. Какого босса не спроси, они все тебе расскажут. Нужно, чтобы вы тоже, ну, все, кто пойдут туда, да, все, кто пойдут, они должны все это знать. Ну, ладно, одно дело там РЛ расскажет. Но другое дело, как они это будут исполнять. Если они не знают, если они говорят, что знают и плюсуют, и пошли в рейд такие, и будут тупилово делать. Ну, забегать в лужу и стоять там, блядь, один, небо смотреть. Одна проблема. Когда пошли на Тухлого, эти метки, которые 59-е, они тупили. Вот и все. Хотя рейл... Когда мы шли. Ладно, ребят, всем спасибо, значит, отваливайся, потому что спать пора. Давай. Спокойной ночи. Тут, типа, по-моему, второй день, короче, прибухивает, только за ваше здоровье говорит. Я думаю, это Антон. Да, Антон. Вчера... Ну, блядь. Я бы что-то... Как говорится... Пока на вечер я... Thank you.